стройки, которые есть, они находятся с нарушениями. Почему я говорю, что на национальном уровне, я же не прошу, чтобы дали мне там, да, в Бельцево условно, либо примарам, либо муниципальному совету, там, городскому району, они должны принять решение, чтобы мы имели право сносить незаконные постройки. Это единственный механизм, потому что все вот эти наши заявления, они доходили, мы куда писали, в госинспекцию, в экологию, все это приходило в суд, люди платили несколько тысяч лей штраф, и на этом все заканчивалось. Установила комиссия, что не имели права отдавать в аренду этот участок земли, неважно, это аренда или продажа. Значит, это нужно, значит, сегодня снести. У нас нет.